Аслимете Мергалиевне 73 года. Она инвалид третьей группы. Три раза перенесла инфаркт. Почти вся пенсия уходит на лекарства. Тем не менее, она исправно платит за свою 18-метровую комнату. Почти 1300 рублей в месяц. Я собственник. И вон угловая собственник. И вот там стирается Марейка, тоже собственник. И все. Остальные все квартиранты. Разбили унитаз. Это квартиранты. Но об этом я сразу, у меня все записано, я вызываю милицию сразу. Об этом знает и участковый. Скоро приедет, говорит, на ведро ходить. Я говорю, пахнет. Но пользоваться некоторыми из удобств, за которые платят коммунальщикам, не может. Дело в том, что еще полгода назад соседи сломали сантехнику в общем туалете. Теперь жильцы по нужде бегают кто куда, но только не сюда. Я тут пятый сломал или вот... Пенсионерка даже указывает место проживания подозреваемого в вандализме, хотя мужчина обвинение полностью отвергает. Бабушка вообще-то сама это соображает что-нибудь говорить? Мы если сломаны. Так ну, а что, обязательно одни, что ли? 6 месяцев инвалид третьей группы обивала пороги с незамысловатой просьбой установить новый унитаз. В Ремжилстрое предложили выход, пусть она купит сантехнику, а мастер, так уж и быть, установит. Был предложен еще один альтернативный вариант – сложиться всем блоком и купить, но такой выход из щекотливой ситуации никого из жильцов не устроил. Я вот и сама покупаю вот эти бусаки даже, вот эти все поменялось. Вот тут уже сломали, опять покупать не я. От отчаяния Аслимате Мергалиевна даже в полицию обратилась. Правда, ни участковый, ни начальник полиции. Пенсионерка добралась с просьбой помочь даже до него. Никто не проникся. Зато после нашего обращения в УЖХ быстро разобрались в том, что не смогли разобрать даже в полиции. Это работа у нас заявительного характера. То есть надо, чтобы она с заявлением обратилась. Заявление является основанием для производства того или иного вида работ. По заявлению жителей мы даем заявку в обслуживающую организацию на установку сам приборов. Но, опять-таки, это дополнительные расходы, и данный вид работ будет произведен за счет текущего ремонта. Поэтому, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться и к собственникам, которые проживают в общежитиях, чтобы относились бережно. То есть, ну, сохранность этих санприборов – это их как бы обязанность прямая. Для решения проблемы с отхожим местом нужны были не журналисты, а всего лишь письменные заявления в УЖХ с просьбой установить вместо общего пользования новый унитаз. Установка и покупка его входят в графу текущего ремонта. Только бабули этого за полгода ни в одной из инстанций не разъяснили.